правительстве области подписано соглашение о дополнительном обеспечении древесиной действующих производств. Церемония состоялась в рамках заседания Совета при губернаторе по улучшению инвестиционного климата. Соглашение подписали руководители компаний «Хаслахерлес», «Икея Индустрии Новгород», «ЮМП Кюмина Чудова» и губернатор Андрей Никитин. Инвестиционный проект направлен на модернизацию действующего производства компании в Маловишерском районе и создание нового производства элементов деревянного домостроения. По словам губернатора, проект позволяет сформировать на территории Новгородской области современное производство, создать новые рабочие места и, конечно, получить дополнительные отчисления в бюджет. В данном случае мы даем возможность предприятию развиваться, да, и с другой стороны мы получаем качественного лесопользователя. Такие проекты, которые поддерживают именно существующих производителей, учитывая в целом то, что леса немного в Новгородской области, да, они, наверное, должны быть приоритетными. По соглашению, «Хаслахерлес» инвестирует в проект 1,5 миллиарда рублей. В течение полугода компания сможет арендовать лесной участок, который будут эффективно использовать все три предприятия. Дело в том, что интересы компании не пересекаются. «Икея Индустрии Новгород» на своем производстве использует березовые и хвойные породы. «ЮМП Кюмини Чудова» – фанерный березовый кряж. Получается, что лесной участок будет использован по максимуму. Кроме того, на предприятии появится не менее 65 новых рабочих мест. Также инвестор обязан восстановить ущерб и вести посадки новых деревьев, оставив после себя новый лес с ценной хвойной древесиной.